Ваш завтрак, милорд. Что вы кричите всегда, Берримор? Что вы кричите? Что здесь глухие, что ли, сидят? Боже. Вы плохо выглядите, Генри. Вам нужно больше гулять. Шерлок Холмс. Простите, как вас? Берримор. Берримор. Что это, каша, что ли? Овсянка, сэр. Ай, как сверка. За кого меня принимают в этой гостинице? За дурачка? Какой мерзавец. Слушай, у меня же ботинок пропал. Вы спрашивали, что-нибудь случилось, я же ботинок пропал. А? Я говорила сэру Генри, что еще рано любоваться красотами вашего болота, хитрее еще не убили. Не, ну, мне интересно, а что она еще сказала про хитрее? А еще сильнее. Орхидеи еще не зацвели. Что это значит? Не зацвели еще. Я за 2 недели жизни в этом проклятом замке от страха выпил больше, чем за всю жизнь. Силы небесные. Это хороший козырь в наших руках. Что? Что вы хотите, чтобы я шел через болото один? Если вам хоть немножко дорога ваша жизнь, никуда не сворачивайте с тропинки. Запутанная история. Как это верно, Ватс?